Проверили уровень сахара в крови, попробовали продукты правильного питания и научились делать искусственное дыхание все желающие магаданцы. Ярмарку здоровья провели в молодежном центре. Приурочили ее ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. По словам организаторов, главная цель акции – донести до людей, что здоровье бесценно. Сегодня у нас ярмарка здоровья. Это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим. А в этом году оно приурочено к 1 декабря, к дню борьбы со СПИДом. Мероприятие направлено на то, чтобы проинформировать граждан о вопросах здорового образа жизни, здоровья сбережения, правильном питании и многом другом. В секции «Проверка состояния здоровья» собралась самая большая очередь. Магаданцы хотели бесплатно и быстро узнать результаты. Специалисты измеряли давление и консультировали жителей областного центра, а также определяли их группу крови и наличие ВИЧ-инфекции в организме. Сегодня пришла, чтобы проверить свое здоровье. Здесь, во-первых, все такое укомплектовано, и проверишь, и сахар можно проверить, и проконсультироваться с терапевтом, и узнать. А потом уже пойду в центр здоровья, чтобы узнавать, что и как у меня. Потому что так работаешь, тебе некогда куда-то бегать, ходить по больницам. А здесь очень хорошо организовано. Для посетителей ярмарки представили продукты правильного питания, протеиновые конфеты, напитки и даже фрукты. Работники секции раздавали брошюры о пользе физической активности и вреде для организма наркотиков и сигарет. В этой секции можно пройти викторину, проверить свои знания о пагубном влиянии наркотических средств на организм. За 3 правильных ответа получить любой фрукт. Завершили ярмарку здоровья концертом против ВИЧ. Выступила группа «Эдельвейс». Музыканты призвали всех посетителей быть ответственными за свое здоровье и сдавать анализы вовремя. Также работники Магаданского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом приглашают всех колымчан проверить здоровье по адресу. Город Магадан, улица Попова, 2, корпус 2.